Эта песня называется «Комната моих друзей». «Комната моих друзей». У меня есть предложение, пусть музыканты, они, в принципе, меня люди серьезные, они не все песни со мной играют, пусть они послушают первый куплет и припев, и дальше вступят. Это будет очень лайтово, кайфово. Я вообще сегодня хотел сказать такие слова, но забыл, что сейчас в таких обстановках вообще песня должна быть чем-то вроде лаунжа. Вот сейчас я пытаюсь разобраться, кто лаунж. Парапет. Да что? Парапет. Вот, хорошо. Комнаты моих друзей, там кругом такие артефакты, там тарелки свежих щей и еще исписанные акты. Где же ты, родина? Где же ты, родина? Где же ты, родина? Где же ты, родина сна? Еще раз. Ну где же ты, родина? Где же ты, родина? Ну где же ты, родина? Где же ты, родина сна? Бах, там за стенкой старые соседи, там на стенке 100 собак, а в заставке рыженькая леди. Подержите микрофон. Ну где же ты, родина? Где же ты, родина? Ну где же ты, родина? Где же ты, родина сна? Андрюха, ты играть-то можешь? Ну где же ты, родина? Где же ты, родина? Где же ты, родина? Где ж ты, родина, сна? Там блондинки, но в окне, там у них пластмассовые вопли, там зеленый всадник на коне, там вопрос, а ты бы сам бы смог? Или... Ну где же ты, родина? Где же ты, родина? Ну где же ты, родина? Где же ты, родина сна? Ну где же ты, родина? Где же ты, родина? Ну где же ты, родина? Где же ты, родина сна? Там гламурный Хэри Хьюн. Не беда, что нет еще такого. Что ты пьешь, текилу? Я совсем не пью, ну прямо. Что ты пьешь, текилу, да? Ну я совсем не пью, ну прямо, ну невозможно. Но что ты пьешь, текилу? Я совсем не пью, дайте мне кого-нибудь родного! Где ты, родина? Где же ты, родина? Ну где же ты, родина? Где же ты, родина, сна? Ну где же ты, родина? Родина сна. Спасибо. Я хочу поблагодарить опять своих музыкантов и друзей, и всех вас, потому что это была премьера этой песни в такой формате. Спасибо.